Что касается всей информации, которая представлена на сайте известном WikiLeaks, а вы что, сами считаете, что это американская дипломатическая служба – это кристально чистый источник информации? Вы так думаете? Первое. Второе – по поводу демократии. Но если демократия тогда полная, зачем же господина Ассанжа в тюрьму упрятали? Это что, демократия? Так что у нас, знаете, в деревне так говорят, чья бы корова мычала, а ваша бы молчала. Вот я хочу нашим американским коллегам послать ответную шайбу.